В Одинцовском округе по программе губернатора Подмосковья устанавливают сигнализаторы загазованности. Это датчики, которые помогут предупредить жильцов квартиры в случае утечки газа. Обычно такое устройство устанавливают на кухне. Времени на эту работу уходит немного, говорят специалисты. Сейчас программа губернатора, да, во все муниципальные квартиры мы устанавливаем бесплатно сигнализаторы загазованности. То есть меняем газовое оборудование, замена кранов, диэлектриков, гибкой подводки. В отсутствие абонента происходит утечка газа. Сигнализатор загазованности начинает сигнализировать и перекрывает клапан. Только когда жилец сам включит клапан, подача газа возобновится. Так небольшой датчик поможет избежать несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».